Мой белый город, ты цветок из камня. А мы ты добрым солнечным дождем, как ветрами овеян ты вихами. Это Тетина. Вот кому Тетина Динам вот там. Ты живешь, да, вот он. Вот он. Саша. Мой теплый город в переливах света. Это вот садик, где я вот я так люблю, вот это, когда да? живут рассветы. На улицах твоих и площадях. Люба говорил, не стой на балконе, простудишься. Какая была квартира, папа, не могу вспомнить. Я чувствую всегда твое дыхание. Ты мой, ты наш, и ты открыт для всех. Десятая. Полтавка была вот здесь на углу. Да, сюда, там были булочки за 3 копейки, да. И коктейль я покупал. А потом шоколадный Полтавка. А сейчас там что-то другое. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Пошедший. На нашу улицу в 3 дома, где все просто и знакомо. На денек, где без спроса входят в гости, где нет зависти и злости, милый дом, где рождение справляют. Вот здесь Украина была. И навеки провожают. Элка поработала. И разъехались соседи, кто куда. Вместо него мусорник стоит. И когда дома сносили, фонтан, мы с тобой, мой друг, шутили. Не беда, раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Какой-то храм там вдалеке. Ровно в 8 наш дом строчек, белый. И другой какой-то почек. Все, привет. Кинотеатр «Родина» там дальше. Ах, как хочется вернуться. Здесь был магазин электроники. Где нет зависти и злости, милый дом,
рождение справляют и навеки провожают. Здрасте. И навеки провожают всем двором. Я даже запах еще этот помню. Style. Her
virtues and her treasure. She found them in her baby smile. Oh, I know that I owe what I have. Давно живу, друзья мои, на этом свете, и лишь в одном я убеждаюсь вновь и вновь. Мы будем жить, пока бытует на планете святое чувство под названием любовь. Она рождается и часто угасает, и вновь встречает нас на жизненном пути. Ведь эта жизнь, в ней всякое бывает, но счастлив ты, когда живешь в любви. Люблю родных, люблю друзей, люблю подругу и детей, люблю всем сердцем и душой, заряд любви неся с собой. Люблю я город свой родной, люблю веселье и покой, люблю творить, шутить, грустить, а это значит просто жить. Жизнь преподносит нам немало испытаний, но и без них она не будет так полна. Мои друзья, мой вам совет и пожелание: любите жить, ведь жизнь у нас одна. Люблю родных, люблю друзей, люблю подругу и детей, люблю всем сердцем и душой, заряд любви неся с собой. Люблю я город свой родной, люблю веселье и покой, люблю творить, шутить, грустить, а это значит просто жить. Люблю родных, люблю друзей, люблю подругу и детей, люблю всем сердцем и душой, заряд любви неся с собой. Люблю я город свой родной, люблю веселье и покой, люблю творить, шутить, грустить, а это значит просто жить. Вы знаете, в течение жизни, в течение последних лет, раньше, часто бывает, собираемся где-то, и тост начинает: дорогие друзья. Так вот, дорогие друзья, вот здесь действительно дорогие друзья. Понимаете? Ну, что я скажу вам? В общем-то, поводом для нашего приезда в Мариуполь является столетие со дня рождения нашей мамы. Наша мама родилась в сентябре месяце, 5 сентября, сегодня 10, эта роль не играет, вот, и поэтому 19 года, таким образом сегодня 100 лет с ее дня рождения, и 30 лет с того дня, когда ее не стало, а не стало ее в 89 году, опять-таки на 9. И в это же время папа наш родился тоже в 9 году, только в 1909. Ему было бы в этом году 110 лет. Вот, собственно, повод нашего приезда. С кем его отмечать? Только с близкими друзьями. Поэтому я прошу вас... Да, жена моя подсказывает мне, что про братика. Конечно, мы с братиком, безусловно. Меня Миша посадил за председательское место, я начал, потому что я немножко старше. Но в общем-то у нас все на равных. Мы два брата, слава Богу, да, все было нормально. Мама нас любила одинаково. Вот. А тем более, Пишку больше. Пишку больше.
Мишка был маленький. Мишка родился, когда мне уже было 10 лет. Поэтому, в общем-то, вам всем понятно. Поэтому я прошу вас поднять бокалы. Давайте помянем наши родители. Продукты добавишь? Конечно, добавишь. Давайте. Да, а потом уже у нас будет до встречи, за тёплое давай. Давай. Мы не будем. Да ладно. Шума, поминать потом будет. Давай, я сейчас поменялся. Получился немножко длинноват. Но дело все в том, что материал, который был, его было много. Папа, это неправда, фильм был в самый раз. Снято. А дочка моя, Элочка, она его монтировала. И когда я говорила, может быть, это не надо, папа. Здесь очень много людей, которых нету. Пускай они будут. А те, которые живы, пускай посмотрят. Поэтому фильм получился длинноватый, Брудов. Мы никуда не проводим. Он идет 30 минут. Можно было сделать быстрый, хороший, за 10 минут. Мы решили вот так сделать. Поэтому я очень рад, что сегодня зритель, настоящий зритель, посмотрел эту работу. Эва была на связи. Я сейчас скажу, что фильму примерно на ура. Спасибо. Гриша. А Гриня 80, она монтировала? Да. Спасибо. Друзья и дружба, здесь много раз еще будет произноситься, так? Именно возвращение в Мариуполь. Я практически каждый год в Мариуполь приезжаю. И встреча с настоящими натуральными друзьями. Без химии и без всякого меркантильного и другого подписка, который сегодня, к сожалению, везде присутствует. Поэтому я хочу еще раз поднять тост за нас всех, за настоящих друзей. То, что нас объединяет, здесь нет ни национальности, ни какого-то политических уклонов или какие-то, значит, чины. Это та настоящая дружба, откуда все мы вышли. Вот за этих настоящих, за нас, за наших друзей, и за эти настоящие натуральные отношения. Все хорошо. Я еще не сказал, что вы знаете, когда век IT-технологий, так у нас же виртуальная реальность, так, виртуальные отношения, виртуальный секс и все остальное. Все виртуальное сегодня в жизни. Так? Но мы достали все натуральное. И помним все до сегодняшнего дня. Давайте. Не, по чуть-чуть. С этой стороны сидят мои друзья, которые постарше. Так вот, я хочу сказать, я хочу напомнить. Все вы знаете, конечно, безусловно, все вы помните. Но начни. Я хочу выпить сейчас. Начни, за всех. За тех людей, за тех друзей, которых сейчас нет. Которые могли бы быть с нами, но их сейчас нет. Я назову эти фамилии поименно, эти имена. Если я кого-то пропустил, вы все имеете право, так сказать, дополнить. Олег Шмидт. Юра Фукс. Слава Иванов по кличке Старик, кто не помнит. Это с того времени. Его жена Дуся. Аркадий Русевский.
мой друг. Миша Рещенко. Здесь Тамара присутствует, его жена. Миша Арабаджи, вы его не знаете, я с ним учился. Игорь Каримов, его вы все знаете. Это тоже был друг. Олег Ляг. Юра Коваленко. Вы его все помните. Юра Коваленко. Операторский. Аня Шпилевская. А потом Ена Шпилевский. Валентин Юров, которого нет. А сейчас его жены. Я. Слава Горлышев. Добрый муж. Наш друг. Олег Литовка. Вы его не знаете, со мной учился. Владик Качалов. Наш киношник. Петя Цирахта. Вы его здесь видели. Тамара, жена Фукса. Вот Галочка, это дочка. Она живет. А ты откуда? Она приехала. Так, список. Леня Недзвецкий, это вы его не знаете, это сын Марика Недзвецкого. Вадик Урусевский, Горин сын. Коля Чухлип, вы его хорошо помните. Сережа Карташов, которого нет. Толя Герасименко, которого давно я очень знаю. Вадик, Мила Шмидт, сестра Олега, Сережа Дьяченко, Люся, жена. И Юра Сирожка. Мы его забыли. Не забыли. Есть Юра Клименко. Юра Клименко, да, это мой друг, все сидят. И Юра Клименко жена, и Ляха жена, Элочка. И Горлышева жена. Это все мы каждый год мы все помним, на кладбище ездим, приезжаем только ради того, чтобы душа успокоилась. Я не знаю, кому хочу помочь Грише, что он всю жизнь, вот столько лет, просто Сафика или Ася, что она вот встретила Ришу. Это такой союз, и братья, и сестры, и дети. Почти 60 лет, а наши мужья и ребята, и девчонки, вы дружили 6 лет, они на одной улице выросли, почти в одни школы ходили. Но нам повезло, не сказано. Ребята, вы нам дарили радость общения, вот так мы никогда не собирались. Это благодаря вам мы собирались, и благодаря вам. Спасибо, Я уж понял.
Ну вот, когда мы пришли в школу, мы с ним встретились. Привет, привет. И вот с того дня у нас хорошая, добрая, хорошая дружба. Я хорошо помню его папу. Он нас взял за ручку и водил. Ну, короче, можно много рассказывать. А сегодня Сергей Давыдович, вы его все знаете. Он автор и ведущий программы по телевидению. Вот. Мариуполь, правильно, Мариуполь живой. И вот я хочу сейчас выпить за его здоровье. Сережка, будь здоров, будь счастлив. За этого человека мы будем пить всю жизнь. О, слышите, как это было? Я хочу сказать, была бы у вас Мариуполь было, если бы не было Григория Борисовича. Ладно. Когда я приходил к тебе, у тебя была печать. Оплачено. А было такое. А тут мишка начинает плакать. Я маленькое дополнение. Я нельзя спросил, торговая ковалив. Он говорит, торговая, ты же ковалив. Поэтому торговая, он бизнесменом стал. Историк, былое, политика и так далее. Вот так вот на этом пересечении, на пересечении в 6 лет, определив 7 лет, определило будущее людей. Будущее будет. Сережка, мы тебя любим. Любим тебя. Будь здоров. Сережа, ты, я извиняюсь еще раз. Мы на тебя съемку. Мои друзья, и хотят с тобой отдельно познакомиться. Индивидуально. Дай Бог тебе здоровья. Очень просто, с пол-литра, чтобы было написано. Московская. Особая. Особая. Приложим сертификат. Сережа. Я уже выпил за тебя. За тебя. Раз и все. Пока ты там рассказываешь. Ну, так, да. Сынок, это видео или это фото? Я должен тебе сказать, что я очень рад, что ты здесь находишься. Элки, к сожалению, нет. Если бы была Элла, это так был она бы... она тебя слушает сейчас. Это был бы полный квартет. А сейчас только трио. Мама, папа и сыночек. А что, ты уже уходишь? Течет, как быстрая река. Летят года, как птицы не поймаешь. И на висках мелькает седина. Но ты как будто бы ее не замечаешь. Нас разделяет пара тысяч верст. Но каждый день о вас я вспоминаю. Вы часть моей души, моей семьи, и мне по-прежнему вас очень не хватает. Мои любимые друзья, давайте вместе соберемся. Вы расскажите, как живется, как ваши движутся дела. Вы далеко и все же рядом. Для дружбы видеться не надо. Но очень хочется порой, чтоб были вместе вы со мной. Возможно, повезло мне больше, чем другим.
Не всем дано иметь друзей надежных. Иду по жизни Господом храним, но не забыв о том, что жизнь бывает сложной. Я знаю точно, что бы ни стряслось, вы не оставите с бедой наедине. Ведь пережить нам вместе многое пришлось. За вашу дружбу благодарен я судьбе. Мои любимые друзья, давайте вместе соберемся. Вы расскажите, как живется, как ваши движутся дела. Вы далеко и все же рядом, для дружбы видеться не надо. Но очень хочется порой, чтоб были вместе вы со мной. Соберемся, вы расскажите, как живется, как ваши движутся дела. Вы далеко и все же рядом, для дружбы видеться не надо. Я пила это такое. Ребята, ну я выпила 400 миллиграмм. Очень да. Посмотрим, как они, как да. Давление. Покажите виски. У меня пошло болеть. Виски? Это специальные вид виски, они очищены. Это да, специально да. Сделано Люды, да, по уникальному рецепту. Made in Ukraine. За саму установку заплатили $5000. Для Украины это вообще сумасшедшие деньги. Да, это очень. И выделили отдельную комнату. Это ты можешь сын, себе представить? Да, да, сын, Люкин сын. Ой, Саша, она возьми такой стакан. Как? Давайте, сейчас, секунду. Это Гриша. Ваши... Папа, ты что пьешь? Слушай, нам Ваня... А мой притончик водит самогон. Здравствуйте. Ага. Сами делаем. Какую бутылку? Но мы Саша. Ее пить не будем, а так. Можем там. О, я тебе полагаю. Сказал, да. А что, но я не против дружбы. За Фительманов, за братцов. За дружбу. Давайте. Я, конечно, могу за Фительманов поднять, но здесь скромные. Нет, зачем? Давай. Ну, здесь 4 Фидельмана, поэтому на правах 4 Фидельманов можем. Еще повод для поездки был все-таки фидельмановский, правильно? Так что давайте, я думаю, нас, не фидельманы нас поддержат. Поддержите нас, не фидельманы? Хорошо. Давайте. За дружбу, которую... Вот Фукси нас тоже поддержит, да? Конечно. Давайте, да. Давай. За дружбу. Вот так. Так а ты, Жаля, ты с нами? Да, конечно. А, поделиться? Чем много поделилась. Вот. И... Сначала. Да. Сначала, да. Я, бежу, без, я действительно очень рад. Почему? Потому что встретились с друзьями. Со всеми с моими отрывами. Друзьями, со всеми Мишиными друзьями. Были. И получилось, что все мы теперь друзья. Со старыми друзьями вот. На могилках. Были мы везде. Мы посмотрели город. Мы были на могиле. Мы были на памятнике. Знаешь, погибшим евреям, которые были. Приехал наш сын, ведь мы это так здорово, да. Всегда мы были только сами, а теперь мы приехали с нашим сыночком. Жалко, Элки не было. Вот. Поэтому, учитывая, что мы едем в поезде, тут много нельзя говорить. Поэтому я пью за то, что нам было очень хорошо. И дай Бог, чтобы вам было еще через какое-то время снова мы встречались. А вам особенная благодарность за то, что вы нас приняли в Киеве, что все было с самого начала очень хорошо. Спасибо. Будьте здоровы. Мы тоже рады с вами встречаться. Давайте. Мы будем. И Максим с вами. Ася. Асенька. Отлинул. Поезд. А как это поезд уходил, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. А поезд чух-чух-чух, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. А поезд чух-чух-чух,
Огни мерцали, огни мерцали, когда поезд уходил. А когда поезд уходил, огни мерцали, когда поезд уходил.